наши эмоции состоят из трех компонентов. Из мышечного компонента обязательно. То есть, когда вы переживаете какую-то эмоцию, вы обязательно специфическим образом напрягаетесь. И неважно, хорошую или плохую. Если вы переживаете хорошую эмоцию, да? Сейчас я вот так, хорошая у меня эмоция пошла. Чувствуете, как у меня все, мышцы-то заработали, да? Вот, я такой веселый сразу, открытый, добродушный, вот. Да, а негативную эмоцию переживаю, тревожно мне, тревожно. Это все мышцы тут были, если кто не в курсе, вот. И плечи так все сжаться, вот. У каждой эмоции есть вегетативный компонент. Вегетативная нервная система – это отдел вот всей нервной системы, который регулирует внутренние органы. Кому-то в туалет срочно, а кого-то тошнить начинает, а у кого-то сердце бьется, у кого-то пульс увеличивается, у кого-то давление растет. Какого ляду? Вот. Это вегетативный компонент эмоций. Есть еще когнитивный компонент эмоций. То есть что такое? Это мысли, которые приходят вам в голову в момент, когда вы соответствующую эмоцию испытываете.